Здравствуйте, с вами Самит Алиев. Давайте продолжим про Индокитай. Итак, на суше к началу марта 1885 года французы вытеснили китайцев с территории Северного Вьетнама. Но 23 марта 1885 того же года у пограничного селения Банбо французский генерал Франсуа де Негрие потерпел сокрушительное поражение. Генерала тяжело ранили, а артиллерию и обозы французов китайцы забрали себе – ну, думаю, правильно и сделали. Тем не менее, Китай согласился на переговоры и большие уступки Франции. Это объяснялось тяжестью французской рисовой блокады, о которой я говорил в прошлой передаче. Плюс, в связи с волнениями в Корее, Япония пыталась использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу и даже пригрозила Китаю войной. Таким образом, поставленный в безвыходное положение 9 июня 1885 года Китай подписывает с Францией так называемый Тяньцзинский мирный договор. По нему Китай окончательно признает протекторат Франции над всем Вьетнамом. А все китайские войска, все китайские войска из региона уходят. Франция, в свою очередь, покидает Тайвань и Пескадорские острова, а также отказывается от требования к контрибуции. С Китая, разумеется. Знаете, я же уже говорил об аппетите. Так вот, глаза у французов больше желудка, одной территории Вьетнама им не хватает. И Камбоджа тоже фактически становится французской колонией. В 1893 году французским протекторатом становится и ЛАОС. То есть, посмотрите на карту, хозяйство французы получают большое, богатое, но и беспокойное. А потом они создают из завоеванных стран Индокитая так называемый Индокитайский союз. Правительство союза возглавлял подчиненный министру колоний Франции генерал-губернатор, чиновник у которого были очень широкие административные полномочия. Кстати, аграрная политика Франции в Индокитае мало чем отличалась от ее политики в странах Северной Африки. Точно такой же рейдерский захват, точно такое же вытеснение коренного населения на территории, где земля не такая плодородная помрут с голода. На все воля Божья, говорили миссионеры, изредка предоставляя настоящим хозяевам той земли то, что теперь называется гуманитарной помощью. Французские колониальные власти начинают наступление на общинные земли, которые, конечно, принадлежали коренному населению. В результате этого площадь общинных земель значительно сократилась. К 30-м годам 20 -го века, например, в Кохинхине их осталось только 3%. Танкине 21, Ваннаме 25. Ну, от общего количества обрабатывавшихся земель. Экспроприированные, а точнее украденные общинные земли раздавались французским колонистам, чиновникам, миссионерам и военным. В общем, все делят между своими. Ну, как в том старом фильме, помните? Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно к тебе. Это все время тебе. По официальным французским данным, к 1921 году французы получили в концессию около 300 тысяч га земель. В том числе 71 тысяча га в Танкине и 186 тысяч в Кахенхине. Неплохой результат, не находите? Кстати, из мемуаров французского офицера Бернарда, который хорошо изучил быт местного населения, позвольте процитирую человечек с удивительной откровенностью говорит следующее. Французы и аннамиты, то есть вьетнамцы, лаосцы и камбоджийцы, взаимно презирают друг друга и ненавидят. Для аннамита француз это жестокий и невежественный варвар. Для француза аннамит – лукавый, нерадивый и коварный работник, исправить которого, исправить которого можно только палкой и исключительно при помощи страха. О трагедии Сонгми слышали, наверное, все. Эту вьетнамскую деревню сожгли американские войска, вырезали там 504 мирных жителя. А вот трагедия тоже в вьетнамской деревне Митра менее известна, но, но она не менее ужасна. Случилось это 29 ноября 1947 года, то есть, обратите внимание, всего два года назад закончилась Вторая мировая война. Всего два года назад было убито, по большому счету, ну, если брать по всему миру, более 50 миллионов человек. Так вот, 29 ноября 1947 года французские войска, просто передвигаясь от одной хижины к другой в деревне Митра, убивали людей. Простых вьетнамцев. Французы очень хорошо умеют убивать безоружных, это ведь не с вермахтом воевать, Вторая мировая война это уже показала. Так вот, Сначала они выгнали стариков, женщин и детей к мосту через местную реку, потом построили людей в ряд и расстреляли из пулеметов. Точная цифра убитых неизвестна, по некоторым подсчетам их было более 400 человек. Включая 170 женщин и 150 детей, некоторые женщины перед расстрелом были изнасилованы. Военной цели эта резня не преследовала. Это варварство было просто частью стратегии по запугиванию гражданского населения. Ну и месть, месть за проваленную накануне операцию Леа. А целью операции Ле было уничтожение руководства и военного командования Вьетминя, Вьетмине, организации, которая боролась за освобождение Вьетнама от французов. К французам не удалось убить Хо Ши Мина и Вон Гуензяпа, вот они и отыгрались на мирном населении. Это ведь намного безопаснее. Фашисты всегда и во все времена действуют именно так. В конце концов, во Вьетнаме французы получили славную трепку. Не хуже, чем в Алжире. Например, в 1952 году глава французских вооруженных сил в Индокитае генерал Салан признал, что в результате боев только в ходе последних двух месяцев французы потеряли более 5000 человек убитыми, ранеными и пленными. А чуть позже этот же генерал, шмыгая носом, уточнил, что в январе 1952 года потери французов составили 2449 человек. Ну, в том числе 1400 убитыми и пропавшими без вести. Вот что случается, когда французской армии противостоит вооруженный противник. Например, при Дьенбинфу французы были жестко, сурово и показательно наказаны. Кстати, пока шли бои за Дьен Бенфу, французы отправили не одну просьбу к США, чтобы те вмешались в конфликт. Так, 4 апреля 1954 -го года французское правительство просило использовать в Северном Вьетнаме американские авианосцы. Спустя 20 дней премьер Жозеф Ланель просил уже непосредственного ввода сухопутных войск во Вьетнам. Ну, в общем, в ногах валялись, прям как в мае 1940-го. Так или иначе, в ходе войны во Вьетнаме французы потеряли более 170 тысяч человек, которых совершенно не жалко. Это в два раза превышало военные потери Франции во время Второй мировой войны, во время всей Второй мировой войны. В результате успешных действий вьетнамской армии летом 1954 года французы покидают Индокитай навсегда. А по большому счету их просто выставили оттуда, как выкидывают из пивной неплатежеспособного пьяницу именно неплатежеспособного пьяницу. А вот об остальном в следующем выпуске. Самит Алиев специально для калибер Ас.